хочу вам сейчас показать, как вы можете тестировать свой аппарат Zeitgard 4 в одном. Это наш новый девайс, который был выпущен на марке буквально неделю назад, и вы можете его полностью реинвестировать. Получается, тот набор, который у меня здесь стоит, плюс еще в добавке пойдут еще крем на Beauty Diamonds, 3 крема, его сейчас здесь нет, да, это вы можете приобрести за 499 евро. Кремами можете пользоваться сами, аппаратом, конечно, тоже, крема расходный материал. И это для вас, да, для вашего ухода и для повседневного пользования. Потом компания говорит, сделай мне 7 регистраций, я тебе верну деньги за твой аппарат обратно. Да, вот за расходный материал, за крема вы деньги назад не получаете, а вот именно за сам аппарат вы получаете деньги. За весь пакет вы платите 499 евро, вы можете его оплатить или за раз, или через PayPal раскидать даже до года, да, ратами, чтобы это было не так дорого, или вы можете оплатить это через LR с 4 ратами, которые будут сняты у вас с конты, и вы приобретете вот этот вот крутейший аппарат с ультразвуковыми насадками. Этот аппарат сам по себе, да, аппарат, зарядное устройство, плюс еще дополнительно вот эти все 4 насадки, стоит 399 евро. Если от вас придет 4 человека до конца декабря 2022 года, вы получите 15% скидки на эти 399 евро. Если от вас придут 5 людей, и которые захотят именно купить этот набор, тогда вы получите 30% скидки на ваши 399 евро, которые компания вам в декабре переведет на вашу карту. Вот, деньгами, да, не гудшеном, а именно деньгами, и с этими деньгами вы можете делать все, что захотите. Можете купить платье, можете купить сумку или пойти поесть еду в ресторане, да, сделайте все, что захотите. Если от вас придут 6 человек, тогда компания вам возвращает 60% от стоимости этого аппарата на эти 399 евро, это 240 евро, которые вы получите обратно кэш. Если от вас придут 7 человек и больше, тогда вы получаете полную реинвестицию вашего аппарата 399 евро, 100% вы получаете от компании назад деньгами. Так что вот такая вот выгодная акция есть. Кому интересно, обязательно обращайтесь.